Вы сокровища нашли? Да, кочек дернул там. Она сильно нет. Видишь, дедушка без тебя бы не заметил. Где урожай наш? Ого! Где-то ведро еще. Так, а что вы делаете после того, как выкопали? Планируем участок. А ну, покажите. Площадку, на которой поставим. Круто! И переворачиваем. Смотрим, цибуля пригодится, мы его посадим. Мы сделаем грядку, сейчас я живу. Вот видишь, она посохла, ничего. Это гнилая, которая. Это которую сидели. Она ничего не дала. Это самая поздняя картошка, которую садили, поэтому у нее нет, ничего она не успела. Из-за засухи она не успела ничего набрать. Ну что, мы потом та, которая в розах, пересадим? Вот гусь у вас тут гусеница. Да. Да что вы ничего не делаете? О, потому что мы тебя ждали. И тут вступает Копатыч. Нет, ты встань своим весом. Нет. Молодец. Еще как? Еще как не рядом. Глубже копай. Ну давай, давай, давай. Там вокруг куча. Все, офигенно. Ну, малышка, картошка-малышка. Это бейбик. Бейбик. Еще картошечка в лопате. И сегодня мы будем кушать пюрешечку из картошечки. Кто у нас там вон уже поймали урожай? Вон. Это называется «Хочешь кушать, нарой себе на ужин». Еще надо рыбу в море наловить. Я держу, хоть это самое, календулу собрать надо. Семян валом, она сыпется тут. О, все берем. Вот. Сейчас, я... Подожди, подожди, тут. Давай я сначала повырываю. Вот это у нас не себе. Не влазили. И там не в этой яме еще надо порыться. Тут что-то еще может быть. Ты встань, не бойся, нет. Встань. И шатай. Молодец. Покачивай, покачивай, она туда зайдет. О, я вот так тоже прыгала. Потому что здесь земля более такая. Песка поменьше. Робот-автомат. Вот. О, видишь, какая большая. Еще должна быть тут рядом. Я предлагаю посадить новую картошку, и дети будут ее поливать, и она еще успеет вырасти. Мусинка сегодня нам будет делать блинчики. Сейчас Мусик месит тесто. И мы варим варенье из ёшки, которую вчера собрали, и будут блинчики с вареньком. Все хендмейд, ручная работа. Это свинка, это слон. Это прикольно. Тёма, вкусно брат готовит? О, смотри, какое лицо у него тут. Как у свинки настоящий. Ты же на Микки Мауса похож. Не, вот видишь, пятак. Тёма, заказывай, какого зверя хочешь, это он тебе приготовит. Барни. Барни? Давай, Барни. Окей, поставайся. Вот, братиша, блины делает ням-ням-ням. Покажи так, ням. О! А Тёма ест чаем с вареньем, которое сегодня сварили. Это я сварила. Это ёшка, которую мы собирали на тарелочкой. Перенатарелочкой. Там мы собирали все вместе с Юрчиком. Ягодки, смородинку и варили варенье. Вай, как Тёма, вкусно! Где наш Барня? Нарисован. Класс!
Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А ну покажи своего барни, что тебе братик сделал. Ой, какой блинчик. Класс. Тёма замочил вишню. А Итан замочил целое ведро вишен. И у него аж вода покраснела. Ну что ты робишь? Он тебе цвета добавил. Я тебе добавляю. Чтобы у тебя компот был наваристый. У него микробы. Тебе для полного компота туда медузы не хватает. О, я принесу. Наши помогаторы делают салат. У нас сегодня мальчишки, молодчишки. Двумя руками держи, Тёма. Наши помогаторы делают салат, а нам телефоны не хотят давать. Да? Да. Видишь, как отсутствие телефонов положительно влияет? Нет. Сейчас научитесь все делать по хозяйству. Нет. И мамочка приедет, а вы будете есть салатики, блинчики, мяско. О, деда сбил. Давай! Дай!